Чакапули – грузинское блюдо, которое готовится из телятины или молодой баранины с большим количеством зелени и алычи. Обратите внимание, что блюдо следует готовить в казане, рекомендую попробовать. Приготовим чакапули из телятины в домашних условиях. Для приготовления блюда вам понадобится продолговатый казан, в котором будем тушить мясо с зеленью, овощами и специями. Набор приправ для мяса был куплен на базаре, там, где продаются разные узбекские пряности. Кстати, будьте внимательны, когда приступите к трапезе, в алычи попадаются косточки. Удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Мякоть телятины нарезаем крупно, косточку оставляем. Половину мяса выкладываем на дно казана. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Высыпаем в казан. Вкусняшки, подписавшимся. Всю зелень мелко нарезаем, делим на две части. Кладем половину зелени в казан, солим и перчим. Сверху кладем оставшееся мясо. Кладем алычу. Еще раз солим и перчим. Засыпаем второй слой зелени. Подготовьте набор пряностей для мяса. Мелкими колечками нарежьте острый перец. Вливаем в казан воду. Добавьте немного очищенного чеснока. Стебель сельдерея измельчаем и также кладем в казан. Доводим все до кипения. Кладем сливочное масло, накрываем казан крышкой и тушим на медленном огне 2-5-3 часа. Тушим до мягкости мяса, чтобы оно легко отделялось от кости. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Нам понадобится: телятина на ребрышках, 1,5 кг, алыча зеленая, 300 грамм, лук репчатый, 4 штуки, эстрагон, 30 грамм, кинза, 100 грамм, тимьян, 2 штуки, веточки, мята свежая, 20 грамм, сельдерей, 100 грамм, лук зеленый, 100 грамм, петрушка, 100 грамм, чеснок, 1 штука, красный перец острый, 1 штука, масло сливочное, 40 грамм, перец, по вкусу, соль, по вкусу, вода, 0,5 литра, набор пряностей для мяса, 100 грамм, количество порций, 5-6. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. До свидания.